Он был вне системы. Все начинается с запрещенной музыки. Потом сборище, вечеринки, наркотики, растление малолетних. А теперь в ее руках. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Премьера. Принимайте решение. Я на вас не давлю, и свою точку зрения я не навязываю. Детектив Марии Вороновой. Женский приговор. В субботу в 17:35 на канале ТВ-центр.